Ну, здравствуйте. А перед вами очередное заграждение, которое я... Слушай, я устал, я не могу. У меня уже нет сил. Я даже залезть никуда не смогу. Мне это осточертело. У меня просто нет сил и энергии. Абсолютно. Я не знаю, что надо делать. Там надо? Господи, а вкус-то какой невероятный, я заряжен. Я сейчас добегу. Да я все могу, по-моему, сейчас. Я сейчас залезу прямо туда. Это потрясающе. Это торнадо. Какой вкус. Испытаем, на что он способен. Побежали! Ладно, торнадо не сделал тебя человека пауком, но заряд энергии по полной программе. Вы с ума сойдете. Там очень много разных вкусов, и все они на любой вкус. Какой хочешь, вкусно, невкусно, все время вкусно. Ну, а уж о заряде энергии я и не говорю. Счастливо. А разнообразие вкусов, которые есть у торнадо, вас приятно удивит. Ну что ты стоишь? Бежим! Здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья, а также недруги, хейтеры и педерасты. Как дела и настроение? Привет! Я готов поспорить на глубокий минет, только пока еще не знаю с кем и по какому поводу. Но знаю только одно, что если перед вами возник забор или какое-то любое другое препятствие, его не нужно обходить, можно просто перелезть. Как говорится, сначала над тобой смеются, потом тебя ненавидят, потом ты побеждаешь. Этот забор стандартного класса МП-4. Его перелезть не составляет особой сложности. Сложность лишь в том, что нужно перелезть с окончанием на дерево. Это, так сказать, усложненная форма перелезания. Встаем полностью на ноги. После этого прыгаем на дерево и тихонечко спускаемся. А небо-то, ёпты мать, какая красота! А вот я, очередной забор за моими плечами, а значит, что я все делаю правильно. Преодолевать свой путь, берегите себя. Нет, так не получится. Но перед нами обыкновенный забор, как казалось бы. Но не настолько он обыкновенен, потому что
это шаткая сетка-рабица, она же шоколадная вафля в простонародье. Преодолеть его нужно не сверху, а как бы вы сказали, а вот очень просто, снизу. Используем собачий подлаз, чтобы преодолеть это препятствие. Да, ты чем занимаетесь? А? Что за фильм снимаешь? Доспехи Бога. Что тут Бог будет делать? Бог? Перелезает через забор. Может, перелезем тогда? Там калитка есть. А? Калитка есть. Калитка это не для нас. Ну все. Ну что ж, стандартный собачий подлаз. Все. Ну и дальше что? Ну как? Что? Ну как было? Что было? Переснимем? А, не понравилось? Я вам спрашиваю. Вам понравилось? Мне нет. Почему? А? Почему? Ну ты что вытворяешь, не пойму, что ты делаешь? В смысле? Это без смысла. Ну как? Я не пойму смысла. Ну, смотри, еще раз. Ну, давай. Ты ее порвешь сейчас совсем. Куда ты лезешь? Кого? Сетку кого? Как она? Она же железная. Ну как? Сейчас немножечко. Тебе делать больше нечего. А? Делать больше нечего. Самый простой способ. Ну что дальше? Не пойму. Почему ты так? Потому что не надо стесняться препятствий. Надо идти к своей цели. Не перелезать, а не обходить ворота, заборы и все остальные вещи. А куда переходить? Куда угодно. А зачем? Куда угодно. Будь то исследование молочных желез или день рождения бабушки, ты будешь дома вовремя. Экономят кучу времени, потратив немножечко сил. Ты можешь. Сейчас мы туда опергруппу вызовем. Хорошо. Они будут оперу какую-то петь. Вот поют. Хорошо. Ну что ж, а нам пора линять. Да уж нас сучили. Смотрим третий раз, наслаждаемся. Хотя нет, когда грозят опергруппой, надо применять совершенно другой метод. Метод перелаза с помощью опоры. Перед вами забор семейства туптовых шелкопрядов. Он очень сложен тем, что его невозможно перелезть практически. Дело в том, что он не несет вам увечий и не сделает больно, но измотает так, что мать родная не узнает. Как же перелезть забор в вязанку? Никогда не знаешь, что делать, куда упереться. Попробуем. Ну что ж, вместе с вами учусь и вместе с вами показываю. Внутри. И кто бы что ни говорил, в вашей жизни, если кто-то скажет что-то, что вам не понравится, не верьте тому, что вам сказали, потому что это вам не нравится. А зачем слушать то, что не нравится? Ведь жизнь на то и дана, чтобы жить как хочется и делать то, что хочется. Перелезайте там, где надо, и не слушайте никого никогда. А я перелез, сохранил свое время, потратив немножечко сил, и теперь точно знаю, что успею на УЗИ молочных желез со своей бабушкой. Перед вами забор ржавый забор. Смотрите, что с ним случается. Это стоит такой на участок, это абсолютно недолговечно. И очень удобно для карманников, которые перелезут на ваш участок. Чтобы не передать, если вдруг не получается выход силы, что-то вы не умеете, всегда можно. Вот, пожалуйста, это собачий подлаз. Я уже показывал, ничего нового.
есть подлаз кошачий. Кошки, сам понятное дело, они выше, чем собаки, забираются. И поэтому, в общем, к чему слова? Просто показываю. Вот. Высота не опасная. На уровне подбородка обязательно. Маленькая обла. Насечка. Вот она, сейчас, вот она. Главное поймать равновесие, успокоиться в этот момент, если вдруг какие-то переживания, перевернуться, почувствовать себя немножко в гамаке. Вот, пожалуйста, лето, жара, кайф. Если была немножко еще текила, было бы вообще замечательно. Но нам некогда разлеживаться, мы занимаемся серьезным делом. А поэтому 3, 2, 1. А вот и все. А через пару недель здесь разобьется сумасшедшего вкуса малина. И мы будем кушать ее за обе щеки. И запомним этот забор как самый прокормящий нас. Да что я несу? Все, мы это сделали. А сказочки конец. А кто слушал, молодец. До свидания. Та-т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 а. Давай! Нет, нет, нет. Ты сказал, что ты будешь здесь стоять, а ты не в кадре. Убирал из кадра? Да. А где кадр заканчивается?